Я доктор Неболит. Мы с вами узнаем, почему туберкулезная палочка начинает размножаться в организме и люди заболевают туберкулезом. В настоящее время практически каждый третий человек в мире инфицирован бациллами туберкулеза. Значит ли это, что все они больны туберкулезом? Нет. Можно жить с туберкулезной палочкой и никогда не заболеть. Когда же развивается заболевание? У каждого человека есть клетки иммунитета, которые помогают ему бороться с вредными микробами. Хороший иммунитет успешно сдерживает рост туберкулезной бактерии. Но когда он ослабевает, палочки Коха начинают размножаться, и человек заболевает туберкулезом. Туберкулезные палочки могут поражать все органы и системы организма, кроме волос и ногтей. Но чаще всего они предпочитают селиться в легких. Отчего же иммунитет человека может ослабнуть? Из-за других заболеваний, стресса, плохого питания, малоподвижного образа жизни, недосыпаний, курения, употребления алкоголя и наркотиков. Укрепить иммунитет поможет занятие физкультурой, закаливание, сбалансированное питание, хороший сон, прогулки на свежем воздухе, отказ от вредных привычек, ну и хорошее настроение. Помните, что туберкулез победим!